Число политических заключенных в Казахстане увеличилось за год почти в 5 раз, отмечают правозащитники. Если в прошлом году насчитывалось 25 преследуемых по политическим мотивам, то сейчас в списке более 120 фамилий, и он может пополниться. Это связано с январскими событиями. Рост списка политических заключенных говорит о том, что власти неправильную политику осуществляют вместо того, чтобы наоборот предоставлять права, предоставлять свободы. Они силовыми методами пытаются наказать людей там, где они должны просто регулировать административными функциями. То есть это административное наказание или это просто объяснение людям их прав и работать с населением, вместо того, чтобы давить, стрелять, пытать, наказывать, убивать и так далее. Коалиция «Активисты не экстремисты» в выпущенном в октябре отчете пишет, что в Казахстане около 100 человек отправлены за решетку по политически мотивированным обвинениям. В их числе 46 человек, преследуемых по делам о январских событиях, а также обвиненный в разжигании розни активист Ермек Нарымбай, житель Жаноузен Ержан Дильшибаев, поднимавший проблему безработицы в Моногороде, алматинец Донат Намазбаев, критиковавший российскую пропаганду, и активисты из Каракалпакстана, попросившие убежище в Казахстане. Правозащитные организации призывали Астану провести тщательное и объективное расследование январских событий. Они отмечают, что среди необоснованно преследуемых есть гражданские активисты, которые прежде выходили на мирные митинги, и неизвестные широкой публике люди, впервые участвовавшие в протестах. У Казахстана есть международные обязательства в рамках подписанных договоров о соблюдении прав человека и демократических принципов. И одной частью договора является Казахстан, другая сторона подписант – это Европейский Союз, США, Канада, Великобритания, да, с разными странами, разные договора, но везде этот пункт есть. Поэтому, как и в любом договоре, если одна сторона нарушает свои обязательства, вторая сторона имеет право потребовать от этой стороны, либо, допустим, выполнить это требование где-то там, если оно нарушается, и, соответственно, как бы соблюдать свои обязательства. People were labeled as terrorists, violently beaten and killed. Посещавшие Астану в августе депутаты Европарламента призывали власти Казахстана прекратить преследование активистов. В правительстве отвергают наличие политических заключенных в стране и политически мотивированные преследования. Астана также не считает необходимым расследование январских событий с привлечением экспертов международного уровня.